Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я снимаю апгрейд на самый просматриваемый мастер-класс на моем канале. За 4 года это самый популярный мастер-класс. На змейку переснимаю мастер-класс с учетом и моего опыта, и пожеланий тех, кто покупали набор на маркетплейсах, и то, что писали в комментариях. Старалась учесть все пожелания и исправить ошибки свои, когда-то допущенные, потому что мастер-класс снимался больше 3 лет назад, и я там совсем по-другому объясняла, и какие-то нюансы не учла, поэтому этот мастер-класс, надеюсь, что закроет все вопросы, все нюансы. Вот такая у нас получится змейка, очень простая игрушка. Здесь нужно буквально связать только голову и хвостик. А здесь все основное тело игрушки. Банальная, скучная схема. Просто вяжем столбики без накида. Набор на такую игрушку можно купить у меня в магазине на Wildberries. Ссылки я оставлю все в описании. Артикул также продублирую сейчас на экране. Все материалы в наборе есть. Пряжа, наполнитель, крючок, иголочки, глазки. В общем, все, что понадобится для создания этой игрушки, все будет, кроме ножниц. Ну и сейчас материалы еще покажу поближе, то, что нам сегодня понадобится. Приятного вам вязания. Если останутся какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Можете переходить в социальные сети, там мне написать. Если вы вяжете по набору купленного на Wildberries, если у вас какие-то претензии к качеству пряжи, качеству набора, либо непонятно, как вязать, у вас есть привилегированная возможность написать мне в любую социальную сеть, любой мессенджер, и в индивидуальном порядке запросить помощь. Я вам обязательно помогу. Еще никто, кто обратился за советом, за помощью, не остались без нее. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Ну а теперь давайте перейдем к материалам. В наборах и сегодня в мастер-классе я использую пряжу Dolce от Yarnart. У нее граммовка 100 грамм, 120 метров толщина пряжи. Также нам понадобится крючок. Я вяжу вот таким, четверочка. Также наполнитель обязательно нужен. И я использую маркер для вязания в виде вот такой вот контрастной ниточки. Маркер может быть и другим, например, как скрепочка. В наборах, например, вот у меня идут вот такие скрепочки. Вы можете на выбор определяться, какой вам больше нравится, таким и пользоваться. Но я настоятельно вам советую и рекомендую маркером все-таки воспользоваться. Потому что когда начнем вязать само тело змейки, там будут однотипные ряды, будем вязать по кругу. И там очень просто потерять начало ряда, сбиться с количества столбиков в ряду. И в итоге змейка может у вас либо расшириться, либо заузиться. И в общем будет некрасиво. Поэтому следим за количеством столбиков в ряду. В этом нам поможет маркер. А что еще нужно будет сегодня? Ножницы, либо вот такие кусачки, как у меня. Также нам понадобятся сегодня глазки. Это 10 миллиметров у меня. И глазки на винтовом креплении. Только такие я глазки использую. Заглушки одеваются на вот эти насечки. И глазки плотно фиксируются. Когда дойдем до момента, когда нужно уже вставлять глазки, как их одевать, тоже все это покажу. Давайте начнем вязать нашу змейку. Начинается у нас вязание с колечка амигуруми. Кто вяжет по текстовому описанию, там тоже первый ряд начинается 6 столбиков кольцо амигуруми. Но я предлагаю заменить колечко двумя воздушными петлями. Это намного проще. Я когда показала этот способ также у себя в шортсах, очень много получила обратной связи положительной, что просто облегчило жизнь многим, поэтому не будем мучиться с плюшевой пряжей и колечком, давайте сразу сделаем 2 воздушные петли. Для этого мы вот так зажимаем кончик нити, большим и средним держим сам кончик и на указательный палец набрасываем рабочую ниточку. Рабочая — это та, которая у нас идет из клубка. Заводим крючок вот так слева направо. И делаем один полный оборот. У нас на крючке образуется вот такая петелька. За ее основание поддерживаем, чтобы она не слетала с крючка и не затягивалась раньше времени. Держим прямо вот за это основание. И через эту петлю проводим рабочую нить. Тут можно теперь подзатянуть. Это у нас начальная петля, она не считается. И теперь нам нужно сделать 2 воздушные петли. Через петлю на крючке проводим рабочую ниточку, протягиваем крючок с ниточкой. Вот у нас получилась первая петля и вторая. Во вторую петлю от крючка теперь будем вязать 6 столбиков. То есть мы этими воздушными петлями заменили
кольцо амигуруми. И теперь сюда провязываем 6 столбиков. Вводим крючок, цепляем рабочую ниточку, на крючке 2 петли. И провязываем сквозь эти 2 петли рабочую нить. Здесь у меня теперь провязаны 2 столбика. Нужно 6. 3, 4, 5, 6. Готов у нас первый ряд. Сейчас у нас в ряду 6 столбиков. Поставлю уже маркер, чтобы вы, глядя на видео, могли понимать, где конец ряда и ориентироваться. В следующем, во втором ряду, мы вяжем прибавки через 1 столбик. Вот в следующую непровязанную петлю. Смотрите, мы не делаем никаких соединительных петель. Мы сразу переходим к той петле, которая была у нас первая в том ряду, к первому столбику. Сюда теперь провязываем 1 столбик без накида, обычный столбик. Провязали. В следующую непровязанную петлю, вот сюда, мы будем вязать прибавку. То есть в одну петлю провяжем 2 столбика. Первый столбик и сюда же, в эту же самую петлю, где у нас уже связан вот этот столбик. Сюда же вяжем еще 1 столбик. Все, теперь мы провязали вот сюда прибавку. Тут даже видно, вот такая галочка получается. В следующую петлю мы снова вяжем 1 столбик. В соседнюю вяжем прибавку. У нас получается такая вот комбинация, провязывается трижды. Здесь мы связали просто столбик, дальше прибавку, снова обычный столбик и дальше прибавка. И нам еще нужно один раз провязать эту же комбинацию. Вот один столбик и в следующую, в последнюю петлю этого ряда вяжу одну прибавку. Маркер нам показывает, что мы дошли до конца ряда. Все у нас совпало, значит, мы все сделали верно. Можно сразу детальку вывернуть, потому что она у нас не по правилу круга вяжется и уже начинает сужаться. Чтобы потом не приходилось это делать долго и мучительно, выворачиваем ее сразу. Это у нас готов второй ряд, и здесь у нас теперь 9 столбиков. Переходим к следующему ряду, и здесь будем вязать прибавки через каждые 2 столбика. Находим следующую непровязанную петлю, и сюда вяжем 1 столбик, в соседнюю снова 1 столбик. Провязали 2 столбика от начала ряда и в следующую петлю делаем прибавку. Провязываем сюда 2 столбика в одну петлю. 2 столбика, прибавка. Следующие 2 раза вяжем эту же самую комбинацию. Первый столбик, второй столбик. В следующую петлю прибавка. И еще раз. Первый столбик, второй. И вот у нас остается одна петля до конца ряда. Вот мы уже видим, что у нас тут маркер. Осталась одна петля, не провязанная в этом ряду. Сюда вяжем одну прибавку. Все, у нас готов третий ряд. В этом ряду получается 12 столбиков. Следующий, четвертый ряд, и здесь мы будем вязать прибавку 2 раза через каждые 5 столбиков. Итак, сначала вяжем 5 столбиков одиночных. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Следующую мы будем вязать прибавку. Так, прибавку провязали. И теперь снова повторяем 5 столбиков и прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю петлю прибавка. Закончили четвертый ряд. Сейчас в ряду 14 столбиков. В следующем ряду увеличиваем количество столбиков между прибавками на 1.
И так будем постепенно увеличивать это количество между столбиками. Дальше нам нужно связать 6 столбиков и сделать прибавку. И это повторить дважды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. И еще раз провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем прибавку. Это был 5-й ряд. И здесь сейчас в ряду 16 столбиков. Следующим вяжем 7 столбиков и делаем прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее прибавка. И снова 7 столбиков и прибавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавка. 6-й ряд мы довязали. Сейчас в ряду 18 столбиков. Далее идет 7-й ряд. И здесь мы вяжем 8 столбиков, делаем прибавку и повторяем дважды эту комбинацию. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее прибавка. И снова 8 столбиков и прибавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавка. Закончили 7-й ряд, сейчас в ряду 20 столбиков. Далее 9-й ряд, 8-й ряд, и здесь вяжем 9 столбиков и делаем прибавку. Не буду уже считать. Так, 8, 9. И далее делаем прибавку. Здесь уже можно видеть, как у нас получается такая дорожка из прибавок. Видите, такие галочки. И здесь уже можно самому себя проверить, что все вяжем правильно. Так, сделали прибавку. И дальше снова вяжем 9 столбиков и делаем прибавку. Восемь, девять и прибавка. Дальше еще один ряд с прибавками у нас идет. В этом ряду 22 столбика. В следующем, в 9-м ряду, вяжем 10 столбиков и делаем прибавку. И уже будем ставить глазки. Так, 9, 10, прибавка. И еще раз, то же самое, 10 столбиков и делаем прибавку.
9, 10 и прибавка. Можно вытянуть тут небольшой такой хвостик, чтобы пряжа у нас не распускалась. И теперь самое время поставить глазки. Глазки ставим очень просто, потому что мы сразу видим, куда их поставить. Вот где мы вязали прибавки, последние ряды, видно вот такую елочку. И в основании этой елочки, в последнем ряду, мы ставим как раз глазик. Вот вы закончили вязать последнюю прибавку. В то место, куда вы вводили крючок, когда вязали прибавку, сюда будет вставляться вот эта ножка у глаза. Поставили глазик. Теперь берем заглушку. Заглушку мы ставим вот этой стороной, которая плоская. Ее прижимаем к полотну вязания. Вот так нужно приложить усилия и захлопнуть заглушку в вот этих насечках на ножке. И получается, что у нас глазик полностью закреплен, все надежно. Теперь мы переходим ко второй части, где мы вязали до этого прибавки. Вот здесь точно такая же сохраняется елочка. И в последнем ряду, вот сюда, в основании елочки этой, ставим глаз. И также одеваем заглушку. Все, глазки у нас установлены. Теперь переходим к следующему ряду. Далее идет 10 ряд. И здесь мы вяжем 10 столбиков и делаем убавку. Переходим уже к убавкам. Так, давайте провяжем 10 столбиков. Здесь у вас глазик не должен мешать, все вполне комфортно проходит крючок. Восемь. 9, 10. Дальше будем вязать убавку. Нам нужно из двух столбиков сделать один столбик. Мы находим следующую непровязанную петлю, как раз это будет над глазом. Ввели крючок, вытягиваем рабочую ниточку. У нас сейчас 2 петли на крючке. Эти 2 петли на крючке сохраняются. Находим следующую непровязанную петлю. Вот сюда. Вводим снова крючок и вытягиваем рабочую нить. У нас теперь на крючке 3 петли. Для этого мы провязываем за один раз все 3 столбика и получаем убавку. У нас было 2 петли, а теперь получилась 1 петля с одной вершиной. Это у нас убавка. Дальше нам нужно снова провязать 10 столбиков и сделать такую же убавку. Восемь, девять, десять. И делаем убавку. Еще раз показываю медленно. Вводим крючок, вытягиваем рабочую ниточку. В соседнюю петлю также вводим крючок и вытягиваем ниточку. 3 петли на крючке провязываем за один раз. Все, убавка готова. Это мы связали 10 ряд. И сейчас в ряду 22 столбика. В следующем ряду у нас будут также убавки. Сначала вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Дальше делаем убавку. 1, 2, 3, 4. 3, 4. И снова делаем убавку. Готово. Дальше провязываем еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И снова делаем убавку. Что мы сделали? Мы провязали трижды комбинацию 4 столбика и убавка. Вот у нас 4 столбика, убавка,
4 столбика убавка, 4 столбика убавка. У нас остается 4 столбика не провязанных в этом ряду, и мы провязываем 2 столбика, просто столбики без накида, первый, второй, и здесь в последних двух столбиках делаем убавку. Это у нас был 11 ряд, и сейчас в ряду 18 столбиков. Далее 12 ряд, и здесь вяжем 7 столбиков, делаем убавку, и эту комбинацию вяжем 2 раза. 7 столбиков сначала. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее идет убавка. Так, провязали. И теперь снова 7 столбиков и делаем убавку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем убавку. Закончили этот ряд. Сейчас в ряду 16 столбиков. Еще один ряд провяжем с убавками. На этот раз они будут через каждые 6 столбиков. Сначала провязываем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. И делаем убавку. И еще раз 6 столбиков и убавка. Первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой. И делаем убавку. Сейчас в ряду у нас 14 столбиков. Далее нам нужно будет провязать еще один ряд, но здесь какой нюанс: мы будем вязать за заднюю стенку петли. До этого мы с вами вязали, захватывая полностью всю петлю, вот эту у нас, если посмотреть на петлю, у нас она состоит из двух половинок. Вот первая ее половинка, передняя петля, и задняя. Так вот, мы с вами вязали до этого, зацепляя обе эти половинки. Теперь нам нужна будет только задняя стенка петли, то есть вот это. Как это будет выглядеть в вязании? Находим первую нашу петлю, вот так бы мы провязали, если бы мы просто продолжали вязание. А мы берем сейчас только вот эту заднюю стенку, вот эту половинку. И здесь провязываем те же самые столбики. Вот первый столбик. Дальше находим вторую непровязанную петлю. И здесь также находим заднюю стенку. Вот она. И сюда провязываем столбик без накида. Так делаем во всех петлях этого ряда. Вот третий я провязала, четвертый столбик. Видите, что происходит? Мы оставляем непровязанной одну половинку петли, и у нас получается здесь вот такая косичка. Вот эта незацепленная половинка петельки у нас как раз здесь остается и укладывается вот в такую борозку. Так, я провязала 4 столбика. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последний столбик 14. На этом можно считать, что голова у нас готова. Теперь ее можно наполнить наполнителем. И дальше перейдем уже к вязанию тела. Голову можно наполнять достаточно плотно, в отличие от тела. По телу я потом еще попозже скажу, как мы его наполняем. А пока наполняйте голову, и дальше покажу, как будем вязать основное тело.
Так, голову я наполнила. Она достаточно упругая, достаточно много в ней наполнителя. Но старайтесь тоже без фанатизма, чтобы через вот эти промежутки между столбиками пряжа не вылазила. Особенно если у вас менее плотное вязание, чем у меня. Здесь промежутки будут гораздо больше. И наполнитель рискует проглядывать между вот этими промежутками у столбиков. Старайтесь как-то наполнение в своем также регулировать. Смотрите, дальше что мы делаем? Дальше мы вяжем основное тело. Немного себе подвину маркер. У нас сейчас в ряду 14 столбиков. И дальнейшее вязание у нас будет состоять из 14 столбиков в ряду. Получится такая вот длинная колбаска. И вяжем мы здесь уже за обе стенки, как мы до этого вязали. Здесь уже не нужно цеплять только заднюю стенку петли. Мы все эти ряды провязываем однотипно по 14 столбиков за обе стенки петли. И здесь нам понадобится обязательно маркер, потому что если не следить за количеством столбиков в ряду, я уже говорила в начале видео, что змейка может заузиться. И в итоге будет некрасиво. Не обязательно каждый ряд, конечно, пересчитывать количество столбиков. Можно в свое удовольствие просто продолжать вязать. Но периодически поставили себе маркер, провязали один ряд с подсчетом, убедились, что в нем по-прежнему 14 рядов, значит, все хорошо, можно продолжать вязать дальше. Если вдруг вы пересчитали и количество столбиков в ряду не соответствует, то лучше, конечно, распустить, чтобы у вас игрушка была красивая. Если у вас не поддается плюшевая пряжа распусканию, можно себе помогать крючком. Вот так. Вот у нас столбик связанный. Вот отсюда вниз введите крючок, и ниточка уже будет достаточно просто распускаться. Можно так вот немножечко помочь, чтобы пряжа после распускания была более-менее еще потребного вида. Плюшевая пряжа не терпит распусканий, поэтому лучше вязать сразу правильно. Поэтому я вам и советую, что лишний раз лучше себя проконтролируйте и пересчитайте количество столбиков, чтобы распускать не приходилось. Когда вы свяжете несколько рядов, вы будете чувствовать, что у вас пустота такая в игрушке, можно по чуть-чуть наполнять наполнителем, но только делайте это не очень плотно, ну и не очень слабо. Средняя такая набивка у вас должна быть, чтобы игрушка была немного такая подвижная, податливая. Иначе она будет у вас просто как такая вот палка набитая и прямая змейка, и ее не согнуть не сможете, ничего с ней сделать. Ну и, как я уже говорила, если сильно перестараться, то будут выскакивать куски наполнителя. Это нам тоже не нужно. Так, теперь продолжаем вязать по 14 рядов. Провяжу тоже некоторое количество и потом включу камеру, покажу, что у меня получается. Так, я провязала достаточно много рядов уже. Сейчас буду заканчивать и довязывать здесь хвостик. Вот я о чем говорила, что игрушка должна быть податливая. Видите, ее можно согнуть в разных направлениях. Она поддается этому. Такая вот получается гибкая игрушка. Вы можете вот эти количество рядов по 14 столбиков провязать абсолютно любое количество до момента, пока вам не покажется, что длины вашей змейки достаточно. Либо если вы вяжете из набора, там материалов на 60 сантиметров, чтобы змейка получилась. Можно как ориентироваться? Измерить от конца мотка 4,5, где-то 5 метров, и тогда уже вязать до того, когда пряжа не закончится, вот до этих вот 4 последних метров. И тогда из последних вот этих оставленных метров нитки тогда уже довязывать кончик, хвостик. А я немного еще сейчас довяжу и покажу, как будем вязать дальше хвостик и завершать вязание этой игрушки. Так, я связала достаточную мне длину, теперь буду вязать хвостик. А хвостик нам даст еще дополнительно сантиметров 5 к игрушке. Так, чтобы связать хвостик, вяжем 5 столбиков, делаем убавку и повторяем эту комбинацию дважды. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжу убавку.
И снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И делаю убавку. Сейчас в ряду 12 столбиков. Следующие два ряда нужно провязать без изменения в каждом ряду по 12 столбиков. Давайте провяжем их самостоятельно. Итак, провязали два ряда по 12 столбиков в каждом ряду. Дальше снова делаем убавки. Вяжем 2 столбика и убавку. И это повторяем 3 раза. Так, 2 столбика. Дальше убавка. Снова 2 столбика и убавка. И еще раз 2 столбика, убавка. Маркер уже мешается тут. Так, сейчас в ряду 9 столбиков. Следующий ряд провязываем без изменения 9 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, тут уже теперь сужается у нас вязание, нужно успеть, пока еще это возможно, добавить наполнитель. Если пальцем неудобно, можно себе помогать крючком. Так, дальше остался еще один ряд с убавками. Провязываем трижды комбинацию из одного столбика и убавки. Один столбик, одна убавка. Снова один столбик. Дальше одна убавка. Последний раз. Столбик и убавка. В ряду у нас сейчас 6 столбиков. Тут еще добавим наполнитель, чтобы полностью вся игрушка была наполнена, чтобы хвостик пустым не остался. Дальше еще один ряд провяжем без изменения. 6 столбиков у нас в этом ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязали. Еще чуть-чуть добавлю наполнителя. И теперь нужно сделать 3 убавки подряд. Это может быть не так просто. Так, первая убавка. Вторая. Третью убавку уже сложнее сделать. Можно здесь просто провязать столбик. Ничего страшного, если будет немного больше петель, чем 3. 4 петли у нас получается здесь останется. Выдергиваем кончик примерно вот такой длины, чтобы нам было удобно закончить вязание, закрыть здесь отверстие и спрятать оставшуюся ниточку. Обрезаем, я подпаливаю кончики. Выдергиваем, у нас остается небольшой кончик. Те, кто вяжет из набора, она у вас в наборе тоже есть. И вот так иголкой собираем все оставшиеся петли. Все, готово. И теперь просто здесь завязываем узелок. Аккуратно нужно это сделать, чтобы ниточка выдержала. Достаточно хрупкие эти
нитки плюшевой пряжи. Так, завязали кончик, и теперь сюда вводим крючок, иглу, и выводим ее немного в сторону. Здесь я обычно тоже делаю фиксирующий узелочек, чтобы уж точно все зафиксировалось. И уводим снова вглубь вязания. Выдернули нитку, немного ее буквально натягиваем и у основания отрезаем. Убираем лишние остатки плюшевых ворсинок. И все. Край запрыгнул внутрь наполнителя, и теперь он там запутается и не выйдет оттуда. Все. Теперь у нас готова наша змейка. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, мне будет очень приятно, и это поможет продвижению этого мастер-класса также в поисковике YouTube. Ну и напишите в комментариях, как вы мастер-класс, что было понятно, что непонятно, тоже будет очень интересно почитать, и это тоже помогает продвижению моих видео. Ну а с вами увидимся в новых видео, в новых мастер-классах. Ссылки на мои социальные сети оставлю под видео, там же будет магазин на Wildberries. Переходите, выбирайте свои наборы и вяжите в удовольствие. Всем пока-пока!